Друзья, всем привет! Сегодня поделюсь способом, как правильно варить кукурузу. Расскажу, сколько для этого понадобится времени и что добавить, чтобы кукуруза получилась самой вкусной. Кукурузу я помыла и сейчас ее почистим. Срезать грубый стебель под самое основание. И здесь срезать кукурузные рыльца. Снять рубашку. Снимаем ее не до конца. Вот один слой оставляем. И таким образом чистим всю кукурузу. Подготовить подходящую миску и выложить в нее кукурузу. Вот мы оставили нижние листья у кукурузы, нижнюю рубашку в один слой, для того, чтобы кукуруза получилась после варки более сочной. Заливаем водой и всыпаем чайную ложку соли. Оставляем в таком виде на 20 минут. Благодаря соли кукуруза очистится, и если внутри есть какие-нибудь насекомые, гусеницы или другие, они все вылезут. И здесь у нас остались кукурузные листья. Верхние листья я выкинула, они были грязные, а вот которые были в серединке, их оставила. Они нам также будут нужны во время варки. Их заливаем водой и всыпаем ложку соли. Даем постоять 20 минут, и когда они отмокнут, их надо будет помыть в этой же воде. Дно кастрюли выстилаем кукурузными листьями и выкладываем кукурузу. Сверху снова накрываем ее листьями, заливаем кипятком и ставим на огонь. После того, как вода закипит, всыпать сахар и соль. Накрыть крышкой и варить 20 минут на большом огне. Затем убавить огонь до минимального и варить еще 10 минут при закрытой крышке. Выключаем огонь и, не открывая крышку, даем кукурузе постоять 10-15 минут. Мы варили кукурузу 20 минут на большом огне и 10 минут на маленьком. Больше кукурузу варить не надо, она уже готова. Проверить готовность можно острым ножом или зубочисткой. Нужно проткнуть не зернышко, а между зернышками. Если зубочистка входит на глубину зерна, значит она готова. Очищаем ее, убираем рыльца, шелуху. Обязательно кукурузу нужно посолить и можно подавать к столу. Кукуруза получилась мягкой, сочной и очень вкусной. Друзья, попробуйте такой способ варки, вам точно понравится. Всем спасибо за просмотр и лайки, и благодарю за подписку. А на сегодня все, пока-пока!